Весеннее обновление и безграничная любовь. Праздник, наполненный свежестью цветов, искренней благодарностью и заботой близких. Все это про 8 марта. И хоть знаковый день для миллионов мужчин еще не наступил, в Бобруйске уже начинают чествовать прекрасных дам. По традиции первым эстафету принимает мэр города. Конечно, на ваших крупных плечах лежит все. Это семейный очаг, это воспитание детей. Мы за вами, как за каменной стеной. В канун праздника все-таки бы я хотел вам пожелать любви, радости, счастья, семейного, удачи. И всем пусть ваши мечты сбываются. С праздником, с наступающим. Милые и строгие, любящие и амбициозные, терпеливые и заботливые. На прием к Игорю Киселю приглашены 12 прекрасных дам, представительницы разных сфер деятельности, здравоохранения, образования, промышленности, культуры и спорта. Все они доказали, можно быть успешными и в профессии, и в семейной жизни. Эмоции, конечно, зашкаливают. Очень душевно, и я бы даже сказала, торжественно, но в тот же момент и по-домашнему. Пользуясь случаем, поздравляю всех женщин с этим прекрасным праздником, с днем 8 марта. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, любви, счастья и удачи. Хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником. Оставаться им молодыми, красивыми, чтобы им сопутствовала всегда удача, хорошее настроение их не покидало. И благодарна руководству нашего города за оказанную возможность быть участницей такого мероприятия. Современные девушки удивительным образом сочетают женственность, хрупкость и силу. Среди таких Оксана Болбас, талантливый тренер по спортивной гимнастике. Ее воспитанники входят в состав национальной сборной страны и одерживают победы на соревнованиях самого высокого уровня. Хочу сказать всем спасибо за это мероприятие, за эти невероятные эмоции. Здесь здорово, мне очень все понравилось. Я хочу сказать еще раз всем большое спасибо за этот замечательный праздник. Без должного внимания на приеме не остается ни одна женщина. Ведущие рассказывают о профессиональных и творческих успехах милых дам. В этот день для них цветы и подарки. Комплект постельного белья, мыло ручной работы, изысканные пирожные от кондитерской «Донатика» и приятный сюрприз – билеты на праздничный концерт Александра Солодухи. И пусть сбываются все мечты. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.